Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики, случайные зрители. Сегодня 22 марта 2020 год, время 19 часов 29 минут. Приехали мы, значит, по просьбам вашим в Великий Новгород. Значит, как видите, сотрудники ГИБДД куда-то ушли. Было столько много здесь. Вот. Куда-то они ушли. Мы так хотели пообщаться. А давай прямо проедем в рамках правового поля. Однако сотрудников нет. Оттуда мы огибали. Здесь было несколько человек. Как мы въехали сюда, куда-то сотрудники ретировались. Это вот по крайней статье, которую вы отправляли мне, что сотрудники ГИБДД новгородские стали выдавать повально требования. Я приехал записать материал, пообщаться. Тем не менее, тишина. Такой вот свободный доступ сотрудники ГИБДД Новгорода, в отличие от сотрудников ГИБДД Санкт-Петербурга, ничего не боятся, заборов нет, препятствий никаких нету, подходите, пожалуйста, прям к отделу ГИБДД, беспрепятственно. Это, конечно, говорится об открытости.